Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, у нас турнир закончился. Как ты видишь, Лига Мастеров, 3 звезды, и я забираю свои награды. Так, самое главное, вот, 75 платиновых осколков. Плюс забираем здесь награду и переходим. И переходим сразу к арене, ребята. Не будем ежедневки пока делать. Поехали. Так, у нас прошло буквально, ребята, 4 минуты. То есть только-только она обновилась. Поэтому, ребят, попробуем сейчас пробуститься. Правда, у меня что-то голос подсел. Не знаю почему. Что-то как-то с голосочком нехти. Ладно, не в этом суть. Суть в том, чтобы нам, ребята, пробуститься хорошечно. Чтобы нам, как говорится, рвануть вперед, как пуля. Так, ну что, воин, 2 звезды, 76-я позиция. 11-11 не надо, давай мне 11-12. Вот, было, ребята, было. Я просто прозевакал. Да что ты? Ты вначале посмотри, потом нажимай, ё-моё, сколько раз уже об этом говорить, да? Все, берем. Так, ну что, 20-й, 21-й и 22-й уровень у наших противников. Ну, ребят, сами понимаете, 56-е раздеребанят просто в мясо их. Что-то мне захотелось мороженого. Пойду-ка я в магазин схожу за мороженым. Ребят, сегодня опять встал во сколько? В 3 часа ночи. И в данный момент 3 часа дня, а я еще не спал. Опять сейчас вот усну, весь день просплю, потом всю ночь просижу. Я не знаю, что мне делать с этими выходными. Не могу, меня просто выбивает из колеи, ребят. Так, 11-12, давай попробуем найти 12-13, хотя... Такой шанс маленький, но тем не менее я все равно, ребят, попробую. Есть, 12-13 я нашел. Так, и у нас 4 персонажа уже, да? Раз, два, три, четыре. А интересно, мы перейдем с тобой в следующую лигу или нет? Так, ладно, об этом позже. Вначале бросим бомбочку. Так, минус Бакстер и минус Кабан. Так, мне интересно знать, сейчас посмотреть надо, пройдем или нет. О да, мы уже в элите, друзья мои, 81-я позиция. Так, 12-13 у нас уже было, да? Значит, мне нужно получить либо 12-14. Вот, уже получил. Уже, ребята, получил. Так, раз, два, три, четыре. Поехали. Поехали. Так, давай сюрикена сразу. Так. Воу-воу-воу, надо было массовую сделать сразу же. Уложил бы их двоих. Нет, начал бомбить по одной. Ладно, фиг с ним. Ну что, перейдем, да, ребят, в элиту 2 звезды. Ну, вот тут уже 97-я позиция, даже не знаю, ребят. Так, 12-14, мне нужно получить 13-15. Вот оно. 13-15, раз, два, три, четыре, пять. Вот такие вот бойцы. Но я боюсь, мы не перейдем в следующий ранг, ребята. Потому что 97-я позиция там, это сколько нам нужно сделать? Да дофига нужно бомбануть. Это, считай, 100 ступенек перепрыгнуть. Даже не знаю, получится ли. 100... Сколько? 107 ступенек, по-моему, получается. Если 93-я позиция. А, наоборот, 103 ступеньки. Смотри-ка, мы перешли с тобой. Ё-моё. 13-15 есть, ребята. 13-16 автоматически мне дали. Раз, два, три, четыре. Пять. И я ровно 100 ступенек проскочил. Вот что самое удивительное. Так, давай с массовых начнем. Леонардо вызывает космический корабль. Так, здесь, наверное, надо уничтожить Хана. Потом, по идее, надо бы бомбануть Криса Брэдфорда. Нормально. Так-с. Ну, давай попробуем снежок бросить. Получится у меня. Отлично. Так... Теперь бомбим этого и... Да иди ты со своим инвизом, что ты делаешь? Ты...
Ты думаешь, это тебе поможет, парень? Нет, это тебе не поможет. Сейчас я его добью. Все, ребят. Все четко, как в аптеке у нас получается. Ну, туда, тут мы с тобой в самурай, к сожалению, не попали. Но, тем не менее, давай искать 13-16. Сейчас, наверное, фиг дадут. Нет, дали. Придется смириться, ребята. Если бы я перешел бы на следующий ранг, я бы взял бы 14-17, скорее всего, я бы и ждал бы. А тут приходится вот 13-16 брать. Ладно. Фиг с ними. С этими смус-мумриками. Давай, поехали. Так, Шреддер. Так, двоечку он уложил. Троечка лежит. Так, и добиваем. Все. Прекрасно, великолепно. Ну, погнали тогда дальше. Сейчас мы переходим с тобой в лигу самураев. Так. Сейчас попробуем. 13-16 это уже было. Нам нужно что? 14-17, правильно. Раз, два, три, четыре, пять. У них уже 38-й уровень. У нас 56-й. До сих пор топчемся на 56-м уровне. Ну-ка. Надо Эйприл здесь убирать в первую очередь. Если мы волну сделаем. Ай-яй-яй-яй, если так. Ну, нормально. И холодильником добьем. Да, ребят. Высший пилотаж. Ну и прекрасненько. Что я могу тебе еще сказать по этому поводу? Да ничего. Вот, самурай, 2 звезды. И 90-я позиция. 14-18. Прекрасно. Раз, два. Кстати, у них уже, друзья мои, 44-й уровень. То есть уже на пределе, да? Плюс тут еще Кирби у них. Но Кирби, по идее, надо, ребят, сразу как-то ложить, чтобы он тут не захиливал, не орал. Давай бросим гранату туда же. Так, дальше кофемашину заряжаем. Бросаем две гранаты. Точнее, там куча гранат есть. Ну и идеально. Идеальненько мы здесь прошли. Так, мы должны, по идее, в ранг. Нет, в ранг мы не перейдем, потому что... Да, слишком низко мы были. И опять ищем 14-18, получается, тогда. А может быть, 15... нет, 15-19 не дадут. Раз, два, три, четыре, пять. Своими силами справимся или все-таки нам взять кого-нибудь покрепче? Давай я возьму на всякий случай здесь крысиного короля, чтобы он смог из них сделать отбивную. Но да ладно. Вот тебе и ладно. Прохладно. Масухи рулят. Что я могу еще сказать по этому поводу? Просто рулят. Ну и мы с тобой в самураях 3 звезды. Так, по идее нам нужно 15-19 найти. Есть, нашел. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас кожеголовы, ребята, повеселиться. Какой у них там 39 уровень? Дай ему на одну заходку. Просто на... Тихо, не тот чуть нажал. Это для него, ребят, как вата. Ватные куколки стоят, и вот он их просто тренируется на них. 22 место, да, получается. Так, 15-19. Берем Бакстера теперь. А, все, у меня очень мало бойцов, друзья. У меня очень мало бойцов, 70 уровень уже разыгрываются, поэтому... Ну, что я тут могу сделать? Да ничего. Бойцы кончатся, и все, ребят. А мы еще с тобой в лиге самураев. Мы даже в Сёгун еще не перешли. Вот сейчас тут перейдем.
И то 71-я позиция. 15-20. Вот, и нашли. Так, ну что, я возьму Ваньку тогда здесь. Да хотя тут уже без разницы, кого взять. Хоть Ваньку, хоть Тимати. Тут без разницы, они все равно разбомбят их. Так, бросаем кунаи и паутинку следом. Опа, как муха-то, ну как вот муха может выжить? Все бойцы падают, муха плешивая стоит и улыбится. Я этого не понимаю. Вот тебе, я не понимаю, как это работает. Так, 15-20, ну вряд ли я найду 16-21. Так что придется выбирать эту команду. Так, 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 так. Поехали. Здесь Леонардо у нас рулит. Свою крученую, естественно, подаст. И все. И они все упадут. По идее, должно быть так. Еще встает такой деловой, да? Но есть. Лига Сегунов, ребята, 2 звезды. Но теперь-то вы должны мне дать 16-21. Игра, не надо жопиться. Ты посмотри, а. Да ну, быть такого не может. Ребята, я перешел на следующий ранг. Они обязаны мне дать 16-21. Какого лешего вы творите, эй? Гоблины. Ты... Ну ты посмотри, я вот при тебе лично вот делаю рерол. И не дают. Дают 15-19. Но чтобы 16-21. А-а. Такого я что-то здесь не вижу, ребят. Но это борзость. И это борзость. И я тебе скажу даже больше, это несправедливость. Такого не должно быть, ребят. Если ты перешел на ранг, причем честным способом, какого фига вы мне не даете, блин? Придется, ребят, соглашаться. Другого варианта все равно там не было. Я вот согласился, и из-за этого, считаю, кубков 10 в общей сложности потерял. Это я тебе точно говорю. Давай торнадо сделаем. Да, минус 10 кубков. Ну что, попробуем еще. А, вот, было. Есть. Было, есть и будет, да? А, было, есть и будет. У меня бойцов-то фильки многограмота осталось. Два поединка максимум, по-моему, и все, ребят. А мы с тобой еще до Лиги Мастеров, до Лиги Сёгунов 3 звезды даже не добрались. О чем вообще можно говорить? И то не факт, что мы сейчас перейдем, кстати. Возможно, этот поединок был такой просто. Нет, перешли. 97-я позиция, друзья мои. 97-я позиция. 16-21. Пытаюсь найти 17-22. Ну, это, конечно... Нет, это, наверное, нереально. Mm-mm. 16-21 дают. Ладно. Раз, два, три, четыре. Пять. Да, чуть-чуть, ребят, не хватает. Потому что мы по два раза тратили просто с тобой одинаковый состав. По кубкам, я имею в виду, по всему. Только лишь из-за того, что они просто мне не давали перейти в другой дивизион. Понимаешь? А мне, я, например, искал 16-21, а они давали мне 15-20. Причем два раунда подряд. Естественно, естественно, я никуда не мог перейти. Так же, как вот здесь. Вот я ищу 16-22. Вон, вон, блин, было. Угу. Ну, 16-22. И
все равно, ребята, этого не хватит. 54 кубка я пролететь не смогу. Понимаешь? Ой. Ой, что-то зазевался. Ой. Пойти в магазин купить мороженого, что ли? Что-то захотелось мороженки. Но я же тебе говорил, ребят, не перейдем. Ладно, заходим в магазин, забираем дисколоду. Выпадает нам Астрозуб. Так, задание. Поднять уровень персонажа, пройти серию испытаний. Ах да, у нас же пик. Поехали, друзья. Сейчас мы этого кренга тыч-тыч и ушатаем. Ну, поехали. Он его еще хиляет, да? Все. Кости там правильно. Ну и вот сам Крэнк. Под землей сидит. Все, готов, погнали. Тройной пост сейчас сделаем. Тыч-тыч-тыч. Добивки пока не получится. А вот теперь, наверное, нет. Не хватило. Ну, изи. Ребят, ну что тут скажешь. Ватник, он в Африке ватник. Запинал его с полтыка. Так, ну что, забираем наши награды. Ребят. Рафаэль, Дони, Лео, Сюрики. Собрать и сбросить. Открыть все. Ну что, ребята, вот у нас мутаген, $24. Такие вот награды. Забираем. Так, теперь идем в поединки. У нас Эйприл Кунэйчи прокачится до 87 уровня. А Дони ролевой продолжает у нас. Так, нам еще нужно. Подожди. Так, 4 пульта, да? Значит, нужно найти. Да куда ты? Один нашли. Так, второй. Третий и последний. Четвертый. 4 пульта мы надыбали. Так, 3 наушника. Или планшет, я что-то не помню. Наушники мне нужны или планшет? Наушники, скорее всего. Ну да. Именно они мне нужны. Так, все, с наушниками тоже закончили. И 12. Подожди, какой 12 кружек? 7 ящиков с инструментами. 1. Так, второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой и последний. Седьмой. Так, 7 ящиков с инструментами, видят, нашли. Ну и там надо будет еще найти. Так, 4Ч планшета. Точнее, 3. 6 этих микроскопов и 10 знаков. Так, забираем здесь награду. И в тренировку, да? Так, подожди, я уже что-то подзапамятовал.
что я хотел сделать? Но здесь явно мне нечего делать. А, пиццы не хватает. Твою же налево. Герой в полупанцире. Я бы тебе показал бы. Герой, блин, в полупанцире. Так, друзья мои, ну что, тогда на сегодня получается все у нас. Сколько у нас осколков-то, кстати? 210. А нужно, чтобы в платиновую перевести 400 ровно, да, по-моему? Да, 400, а у нас 200. Еще, ребята, 200 и все. Это 75-75, это будет 150. Черт, не хватает чуть-чуть буквально. Ладно, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.